После того, как спустились с гор, мы заехали на заправку. Вот это заправка. И стоит газ 11,25. Стоит газ. А мы заправляемся газом. А бензин он 20,95. Это уже сам город Мукачев, да? Ну, да. Ага, виноградники, сразу видно, что недалеко здесь виноградники. Продолжаются квадратненькие дома. А еще береговых впереди. Нам надо ближе к Чезай. А что написано, уже Чезай написано. 8-12. Берегово 5 километров еще. Город Берегове. Уже заезжаем. Вот товарищ Чезай, здесь уже одни названия, Чезай, Чезай. Здесь виноградники, Чезай фирмы. Подъезжаем. Угу. О, автосвит, Олег, если что. Что автосвит? Камера контроля скорости. Камера стоит. Мне кажется, серьезный город. А вон этот летит, смотри-ка. На камеру. Ага. Же мы туда на камеру едем, он оттуда уже. Вот Чезай написано. Зал дегустационный. О, мы уже где-то до конечной точки почти доезжаем. Интересно, Оксана Старосова что там или нет? Сейчас впереди будет. Устрица. Ого, одна устрица 29, а мы там считали, что 10. А мы там считали 10. Нет, это же равлики. А равлики, улит, я здесь устрица. А 3 это нормально? Да. Ой, я никак не могу их выплатить. Вот, тетя Лёва, вот, вот реакция, как они устрицы кушают, мы, конечно, сняли. Когда-то, помнишь, Люба, мы были с тобой на фестивале еды. И я хотели, я говорю, ой, я не смогу проглотить. Они такие... Ну, мне так нравится. Да ты чё? Лимонным соком наливай там. Рыбка вот такая... Да какая там рыбка, гадость-гадость. Ну, вы такой продукт портите. Ага, слюни. Ой, мне она с Олегом нравится. Вместе. Не, я с лимоном, а это надо, наверное, с лимоном ее преодолеть ешь. Один раз, тогда можно. Так я преодолела, но. Оно среднее между мидией. Между... Вкусности никакой я там не почувствовала. Да. Не, когда лимоном тебе, заливаешь, наверное, то вкус лимона попалась. Чувствуется и все. Так я думаю, что вы голодные, что вы начали есть. С таким смаком рассказывать, особенно лысь. Не, ну, конечно, если сильно проголодаться, то будет отказаться от деликатеса, наверное. Через 200 метров поверните налево. Надо, наверное, прочувствовать вкус. А если они совсем-совсем свежие, сейчас же выйдем вообще. Фу-фу-фу. А, ну, главное, что увидел, что надо повернуть. Через 200 метров поверните налево. Совсем какие не туда мы заехали. Совсем даже комплекса нет. И домов уже. Я думала, такие дома, как только что ехали, а тут... Это какой-то тупик. Едем, видим, что 400 метров осталось. Посмотрим, что. На машине же, если что, развернемся у нас. Странно. Я без нее все равно карту не знаю. Да, ну что тут комплекса вообще нет. Ну, сейчас доедем, уже посмотрим. А может, мы прямо сейчас в виноградники заедем и там будем жить. Не паниковать. Дорога-то идет. Направо? Да. Вы поверните направо. О, видите, там красота начинается наоборот. Папа едет, нет? Сзади не вижу. Подожди, и так... Едет. Валера едет. Через 200 метров.
асфальт, они хоть щебенку посыпали. Вот это вроде как наш, вот это наше здание. Отца название. Алло? Да? Ну мы вот здесь стоим, мы забили сады Бамапа и вот привезла, что вы приехали. Улица Молодижна. Якая улица должна? По каким-то дорогам нас человек привезла. А вы где? Это Мукачево же, да, именно Мукачево? Берегово. Берегове. Город Берегово? Ну, я не знаю, напевно, що місто. Ага, город Берегове. А що, вон, смотри, красиво, если это наше, то это хорошо. Улица Молодіжна, Берегове. Нас забили номер и нам сказали, что здесь, то может быть здесь. Позвонили? И что? Приехали. Ага, вот написано. Сады Бамапа. Но тут дом мне больше нравился. Ну, конечно, какой нам дом? Ну, понравился. Туда и ломились, да? Так а что, Оксана не позвонила, чтобы вышла? Такой. Мне больше маленькие домики нравятся, чем большие. Не в той машине? Где мои вещи? Все пропало. Потерял опять свою сумку? Ищет в нашей машине, свою сумку ищет. Боже, задорвешь дверь. Нашла сумку? Да? Ты сегодня ее теряешь 110-й раз. Ой, не могу. Нет, ну где мое пальто? Под моим пальто надо. Червоное пальто еще не могу найти. Ой, ну что, вы позвонили уже? Да. На машине. Мы проложим маршрут. Если 6 минут. Ножками 24 минуты. 24. Ну нормально, успеем. Ножками 24 минуты. У нас на 4 часа? На 4. 1,9. А сейчас 3. Сказали, а сейчас 3. Было у вас, а сейчас не еду. Нет, там. Они мы говорит еще. Доброго дня. Доброго дня. Ви зразу вам поясню з машини. Машина ставте таку, або орієнтуйтеся на оце дерево. Ні, не так, а отак, в ту сторону. Задом або передом. Або отак на дерево це, або на там те. Так, боком, так. Все, заходіть, так. І це, дивіться, таке, буде закрито ворота на таку колодку. Зараз я вам поселю номера і буде до кожного для номера ключик. Від цієї фірмочки. Ви собі потім, ну, ви звідси вийдете, а без того ключика чарівним стане. Не зайде. Ви собі будете приходити, відкривати і заходити. Так, заходіть, хай хлопці заїжджають. І звідки до нас хлопці, дівчата їдуть? З Києва і з Канєва. Ой. Ага. Це змія. Так багато їде людей, дуже багато. Хочу похожі всі. Да? Дівчата похожі. Це ви одна машина чи ні? Ні, три машини. А, ну так. Кухня. Есть холодильники, микроволновая печь и все. Да все, мы не будем заходить, потому что спешим. Сауна есть, если сауна. Ага. Ага. И даже есть. Мы приехали в город Берегове Закарпатской области попробовать вина марки Чезай. Здесь виноградники, огромные гектары выращивают виноград.
И здесь, посмотрите, вы видели дорогу, как мы сюда ехали. И здесь такие вот интересные, красивые дома. И через 25 минут у нас вообще дегустация была назначена на 4 часа дня. А сейчас перезвонили и сказали, что... Или наоборот, на 5 часов вечера, да? Нет, все-таки на 4. У нас была назначена дегустация на 4 часа дня. А при подъезде перезвонили Оксане и сказали, что на 3 часа. То есть на час раньше. И теперь мы думали, что мы поселимся в этот отель спокойно. Еще у нас будет 2 часа времени. Но так как мы, во-первых, медленно ехали, мы приехали на час позже. А во-вторых, если они раньше назначили, теперь мы галопом по Европам, ничего даже еще не выгрузили из машины, а бежим пробовать вина. Идти нам полчаса где-то. Ну, 25 минут где-то пешком от этого дома. Села Синевир мы выехали. Было красивые виды, я вам показывала. И дорога была очень хорошая, гладкая, пока мы не доехали до водопада, до села Пилипец. Там уже была плохая дорога, ну, буквально немного. А потом мы снова выехали на отличную дорогу, как зеркало. И приехали уже по хорошей дороге, уже приехали сюда, в Мукачево. А здесь вы уже дальше видели дорогу. Мы когда свернули с хорошей дороги, здесь вот оказалась такая вот дорога. Ну, ничего, в принципе, главное, что нет ям. Везде, конечно, очень красиво, шикарные виды, за которые мы сюда приехали. Свежий воздух, чистая водичка. Единственное, огорчает, это дороги. Но если бы сделали дороги, ну, делают, конечно, делают дороги, но не так быстро, как хотелось бы. И тогда было бы вообще все отлично. Люблю я пешком ходить. Когда едешь в машину, это одно, пролетаешь мимо. А когда идешь пешком, рассматриваешь те дома. Интересно, как живут жители других городов и сел. И очень даже интересно. О, мы поворот направо, поворот налево. Бежим. Сейчас покажу еще один дом. Останавливаться нельзя, потому что опоздаем. Ну все, буду отключаться, догонять своих. Вроде бы я вам все рассказала. А по ценам приедем с Тамарой. Наверное, сделаем прямую трансляцию и расскажем вам, какие цены, какие отели мы останавливались. А здесь собачка, смотрите. Гавкала, она меня почему-то не гавкает. Так. Сразу видно, что виноградники рядом. Что у всех виноград такой. Ого, собаки. Видели, какие собаки здесь? Ого. Угу. Нехиленькие такие. Чем еще здесь отличаются такие дома? У всех вот такие вот черепичные крыши одинаковые. Редко, когда андулин или что такое цветное. В основном вот такие черепичные. Видите? Здесь у всех такие собаки огромные. Я не только их догнала, но и обогнала. Сейчас покажу. Здесь дома, как у нас в Нукусе, да? Да, да, все как в Нукусе. Тоже такие же частные дома. Но дороги здесь, смотрите, хорошие по центру города, дороги хорошие.
завтрак. Я красивый очень. Ого, аж три собаки. Все бежим на дегустацию вина. Боимся пропустить свое время. Гуськом, гуськом. Что, на эту сторону? Давай. Чезай, дегустационная зала. Нет, 8 написано. Какой зал? Ну хоть ты здесь дороги. Ага, нет, поди, пешеходного перехода нет. Мы так пробежали. Да. Чезай. Вчера пахло еловыми ветками, сегодня духи такие. У меня? Еловые. Не знаю, да. Можете понюхать. Вином пахнет. А уже вином пахнет? Да. Виноградниками? Вино. Точно, вином пахнет. Это как это. Хотела сказать, в одной фабрике пахнет. Конфетами. Так и здесь. А, понятно. Да-да. Проезжали, да, мимо? Проезжали. Ага, мы за этих мужчин сколько бегаем. Так бы машины заехали, все, они ж вина хотят попробовать. Да не говори, мы бы уже давно... Попробуйте себя не выпить вина. За себя и за того парня. Так нет, мужчины что же хотят? За себя и за тех девчат. А мы бегаем пешком. Ну, чтобы она тащила меня, таскала всегда. А, я думала, что больше вверх. Так, она, так, а что ты ее не откормишь? Надо было откормить. Вот вход в Чезай. Обратно. Ну купим, у меня, наверное, у них. У меня все по запасу, не переживайте. Солнышко наше. Солнышко. У меня Золушка, говорю, не солнышко. А Золушка. У меня есть. Сумки могу вытащить, все кульки могу вытащить. Вам вроде сумка маленькая, а она вместительная. Маски все одели. Ну не знаю, пригодится ли нам эта маска. Вася, как мы будем пить в масках? Вот так. Хап. Так, да? Знаете, как люди вино покупают? То, что есть по бутылке. Вот это люди покупают целыми ящиками вино. Какая-то будет машина. О, это где? Домашнее вино. Сказали, только домашнее. Что? Мама. Да, мама. 1600 на всю нашу компанию. Давай. Разные цены. Ну, да. На билетиках сзади у вас находится табличка. О, 8 пунктів мені дуже подобається. У нас буде 8 вин, да. Ви можете відмічати, що вам подобається. Можемо чекати на вулиці, можу я чекати там, або можемо всі туди, або на вулиці екскурсовод підійде туди до ресепшена. Ми тут подождемо. То що, мені туди на йти, вулиці, да? Так, то йди туди. Я піду туди. Подождем здесь экскурсовода. Это магазин, да? Ага, здесь можно покупать вина. Это мы уже после нашей экскурсии будем покупать вина. Это здесь типа делают виноград. Сит таких. И сит из грошей. Угу. Вайк сидит. Главное там хорошо. Горячий там, да?
вот эти домашние там по калитру? Да, по калитру.